Между тем, ответственность Северной Кореи за атаку на компьютерные системы Сеула не подтвердилась. Как объявили представители Южной Кореи сегодня, кибернападение было осуществлено с IP-адреса в Китае. По словам представителя Комитета по информации и связи, кибернападение на ведущие южнокорейские средства массовой информации, один из крупнейших банков, была проведена китайскими хакерами. Впрочем, в Сеуле не исключают, что китайцы либо действовали по приказу Пхеньяна, либо это хакеры все-таки Северной Кореи, которая просто умело заметает следы. Как заявили эксперты, сбой в работе компьютерных систем был инициирован вредоносной программой, которая замаскировалась под обновление антивирусного программного обеспечения. В общей сложности от кибератаки пострадали около 32 тысяч южнокорейских компьютеров.